Вот, продолжаем показывать восточный склон. Там наверху ходит охранник. Даже через респиратор я ощущаю запах. Вот, соответственно. О, как, смотрите, опа, как двигается. Как двигается, да? Она пошла. Это о чем может говорить, что, соответственно, не герметично, да? То есть туда поступает воздух с улицы, да, вот ветер дует, и смотрите, вот как происходит движение купола. Соответственно, о, и сразу запах, да? Пошел. Вот, да, вонище сразу пошло. То есть, опять же, вот нам все кричат про какие-то замки, замки нарушены. А здесь мы можем наблюдать, вот, да, ветер подул, и все. Купол двигается. Это говорит о том, что замков тут по факту нет. Ну и да, если видели на северном склоне и части восточного склона, блин, запах, да, усиливается конкретно.